воскресенье 22 седмицы по Пятидесятнице, 83-е зачало Евангелия от Луки. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и висон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач. И похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И его запив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердися надо мной и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Притча о богаче и Лазаре. Эта притча есть только у евангелиста Луки. В чем смысл этой притчи? О чем эта притча? Это притча не о том, что богачи попадают в ад, а бедняки попадают в рай. Это притча о смысле существования, о смысле жизни. Богач — это прожигатель жизни. Вот богач этой притчи — это человек, который на самом деле прожил свою жизнь вроде бы блистательно, но в принципе ничего не приобрел. Ничего не приобрел в области духовного делания, нравственного созидания. Просто потратил свою жизнь. Прожигатель жизни. И в конечном итоге он отправляется в ад. Почему в ад? Потому что нет ничего, чтобы могло поднять его до рая. Не стяжал, не приобрел ничего того, что в действительности бы стало для него лестницей на небеса. Лазарь, бедняк, не просто бедняк, нищий, который, как сказано в притче, мечтал о крохах. И он попадает в рай. Почему в рай? Потому что проявил терпение, потому что проявил неосуждение, в том числе богача, потому что не проявлял ропота. И в конечном итоге приобрел себе многое, приобрел духовное совершенствование и попадает то место, которое именуется лоном Авраамовым. Лоно Авраамово — символическое наименование места пребывания праведников. Все мы помним, что Авраам — это как бы основатель, отец еврейской нации, можно сказать, отец нации. И имя Авраама для любого еврея значило очень-очень много. Пребывание в лоне Авраамове обозначало разделить с Авраамом те благословения Божьи, которые Господь дал Аврааму. Но есть еще один важный момент в этой притче, на который обращают внимание многие экзегеты. Богач не назван по имени, а Лазарь назван по имени. Почему нет имени богача? Почему отсутствует имя богача? Потому что память о нем умрет вместе с ним. Потому что нет ничего, ради чего человек бы остался в памяти людей. Имя нужно для того, чтобы помнить.
А зачем помнить богача? Его пиршество, его дорогие одежды, порфиры Висона — это дорогие ткани, в которые он надевался. Соответственно, он даже не назван по имени, потому что недостоин, чтобы память о нем сохранялась. А Лазарь назван по имени, потому что достоин, чтобы память о нем сохранялась. Вспомним наше православное заупокойное богослужение, всем хорошо известное. «И память их в род и род. Поем мы о наших усопших, желая, чтобы память о них сохранялась в поколении православных христиан». Здесь есть еще важный, интересный момент, когда в конечном итоге Лазарь и богач как бы видят друг друга. И богач, понимая, что Лазарь в раю, просит Авраама, праотца, основателя народа еврейского, чтобы тот разрешил Лазарю спуститься как бы и хотя бы капли воды дать находящемуся в гиене огненной богачу. Однако Авраам отказывает богачу в его просьбе. Что это? Жестокосердие? Жестокосердие праведника по отношению к грешнику? Нет. Здесь есть объяснение. Я его еще раз зачитаю. «Между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Почему некоторые попадают в рай, а некоторые попадают в ад? Потому что это результат их жизни, это состояние их воли. Бог не судит людей с точки зрения какой-то нравственной бухгалтерии. Авраам сделал столько праведных дел, поэтому он в раю. Такой-то сделал столько неправедных вещей, поэтому он в аду. У этого 25 хороших дел, у этого 45 хороших дел, у того 33 греха, у того 75 грехов. Нет, не так Господь производит суд. Господь смотрит на сердце человека, с кем хочет быть сердце человека, что было радостью сердца человека во время его земной жизни, что веселило это сердце. Если веселил его закон Божий, если веселила его праведность, то тогда сердце это и по смерти в своем физическом будет с Господом. А если пиры, балы, бесконечное веселье и отсутствие любого милосердия было в сердце, то где оно должно оказаться? Оно оказывается там, к чему привыкло. Да, это ад, но тем не менее этот ад является местом для сердца злого естественным. Я, может быть, скажу ужасные слова, но тем не менее ад существует, потому что есть те, кто достоин его. И каждый, кто любит рассказывать, вот христиане пугают нас адом. Никто никого не пугает адом. У христиан другое отношение к аду. Ад — это место, куда попадает человек, потому что выбрал такую жизнь, потому что выбрал такое состояние, потому что для него ад — родной дом. Есть такая книга не православного автора, но тем не менее замечательного христианского апологета Клайва Степлза Льюиса, произведение, которое называется «Расторжение брака». Это как раз по поводу ада и рая. И в конечном итоге, как говорят там некоторые персонажи, они выбирают ад, они хотят вернуться в ад. У каждого своя причина, но в конечном итоге они не хотят пребывать в раю, они хотят пребывать в аду, потому что привыкли к этому. И вот эта фраза, которую говорит Авраам богачу, она именно об этом. Нет перехода между раем и адом. Нет, потому что каждый живет в том месте, в таком состоянии, которое ему мило и приятно. Разве люди не знают, что существует ад? Знают. Разве люди не знают, что существует зло, ненависть, неприязнь? И всегда есть последствия, когда мы делаем злое или делаем какую-нибудь гадость другому человеку? Знаем. И тем не менее делаем. Делаем и в конечном итоге привыкаем это делать. И в конечном итоге получаем
то, что должны были получить. Есть этот важный закон. Этот закон действительно работает. Он действует. Здесь есть еще один интересный момент в этой притче. Когда богач говорит Аврааму, что у меня 5 братьев, пошли хотя бы к ним Лазаря, чтобы они, увидев его, покаялись. Но Авраам отвечает ему следующим. «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Что за ответ? Почему дан такой ответ? Сам богач и его братья прекрасно знают Моисеев закон, прекрасно знают пророков, прекрасно знают те тексты, которые сказаны о жизни благочестивой и неблагочестивой, и тем не менее для них этого ничего не значит. Если бы мертвый воскрес, они бы не поверили. Не поверили бы, потому что не верят Моисееву закону, потому что не верят пророческим обличениям, потому что они вообще неверующие. И даже если бы мертвый Лазарь воскрес, явился им, они бы придумали 1001 причину, чтобы не поверить в воскресение и явление им умершего Лазаря. Это было бы бесполезное для них явление. Есть очень важное замечание, которое делают святые отцы, толкуя эту притчу. Я обращу внимание на заключительные слова этой притчи. «Если кто из мертвых воскрес, не поверит». Но Господь наш Иисус Христос воскрес из мертвых. И что? Мы знаем, что враги Его, вот такие, как этот богач, не поверили, не верят до сего дня и ищут множество причин, чтобы всячески оправдать свое неверие в воскресение Христова. Смысл этой притчи в том, что не надо тратить жизнь зря, не надо быть прожигателем жизни. Мы окажемся там, в том месте и в том состоянии, которое здесь, в этой жизни, уже начинаем стяжать. И по-другому быть не может.